Всем привет, ребята, с вами Олег, и сегодня мы играем в игру Майнкрафт. Создаем новый мир. Сейчас создадим. Будем играть. Вот, как видите, я ничего не делаю, просто создать и все. Сейчас загрузится, и мы увидим, где я нахожусь. Начнем свое выживание. Сейчас загрузится, и все. Так, почти что загрузилось. Хочу, чтобы мы появились на острове, в океане. Там легко будет найти всякие биомы. Там вижу уже утопленников. И да, мы не на острове и не в океане. О, смотрите, ребята, сразу два биома. Раз, темный дуб. И вот он, гель. Вот он, еще темный дуб, еще равнина. Вообще повезло. Ну как первое дело Майнкрафта, когда создаешь мир, идти добывать дерево. Звуки сделаю потише, я думаю. Давайте добывать дерево. Серии будет не одна. Не знаю, сколько там серий. И да, я играю на Minecraft PE, на планшете. Сейчас уже почти что добыли дерево. Сейчас добудем дерево и пойдем подальше. Все. Пойдемте вон в тот биом. Правда, смотрите, ребят, как мы заспавнились. Вот темный дуб, вот равнина вон там, вот ель. Инвентарь у нас не сохраняется, поэтому надо как-нибудь аккуратнее, что ли. Да, вот мы появились, ну, доплыли до берега. Сейчас пойдем. За... Не знаю, куда? Давайте пойдем туда. Вот сюда. Тут, как по мне, местенько хорошее. Местечко. Да. Крафтим доски. Крафтим палку. То есть так. Там, да. И создаем нашу первую кирку. Конечно, она деревянная, не сразу алмазная. Давайте, пожалуй, где-нибудь вот здесь вот сделаем маленькую шахтку. Ага, сделали, ребята. Вот главное правило Майнкрафта — не копать под собой. Я его нарушил. Ну ладно. Сейчас забудем новое дерево. И пойдем уже копать в другом месте и нормально. Да, это была ошибка моя. Сразу все дерево спалил. Ну ладно, в будущем у нас с вами будет много дерева. Ну, по крайней мере, у меня. Так, и вот. Вот и наш верстак. Слава богу, я добавил где-то, нет? Давайте сейчас добудем. На этот раз у меня немного дерева. Так, и да, я люблю там, ну, поиграть там один. Где-нибудь там или с друзьями сохранение инвентаря. Но видео снимать я буду без сохранения инвентаря. И да. В этой серии, я думаю, мы начнем немножко строить дом. Ну, мое предположение. Да, опять сохраним же эту кирку. Эту пропускную, не знаете. И на этот раз мы не будем ковать под собой.
Я не буду нарушать такие правила, чтобы. Ну ладно, уже нарушили и нарушили. Сейчас добудем камешек. И пойдем всякие каменные вещи делать. Ставьте лайк, ребята, если вы хотите, чтобы добавили в Майнкрафт деревянную и каменную броню. Это было вообще легко. Да, у меня голос охрипший, я немножко, наверное, приболел. Так, вот. Сейчас добываем еще немножко камня и все. Идем. Домик я не буду, ну, буду недалеко тут строить, поблизости. Ну, прям, наверное, на этом же месте. Давай, ребята, крафтим каменный ресурс. Сейчас вещи. Я их только называю ресурсами. Но это не ресурсы. Ну вот так. Сейчас добудем меня это дерево. Не, все. Ребята, вернусь я, когда уже добуду, ну, нормально дерется. И снова всем привет. И вот, видите, я добыл так дерево. И, ребятки, посмотрите. Я нашел своего нового песика. Пока что не новый, но потом он мне стал вот песиком. Но лучше бы не было ночи, на самом деле, ребята. Я приделал немножко досок. Сделаем сундук. Сделаем палки. Сделаем оставшиеся вещи. Поставим. Давайте закинем вот это вот ресурсы. Давайте опалим. Подкопать под собакой, чтобы, если что, потом мы смогли легко найти. Эй, ты что, собачка? Ты не хочешь быть моей? Я знаю, ты хочешь быть моей. Ой, прости. Я тебя закрою на всякий случай, чтобы, если что, тебя никто там не убил, никто не сделал. И да. Вот. Так. Опа, ребята, смотрите, кого нашел. Ой, я зачем-то сделал две кирки. Ну ладно, на будущее пригодится. И смотрите, ребят, кого ты нашел. Сейчас попробую его убить. Золото. Ой, кто меня бьет? Вот это да. Ой, ребятки, уже темнеет, начинает, как вы могли заметить. Темнеть это очень плохо. Давайте перейдем на этот берег. Сейчас сделаем мини-хаточку. Так, вот так вот. Да. Вот маленький домик маленький. Переждать первую ночь. Как всегда, да, первая ночь в Майнкрафте, когда ты первый раз только зашел в Майнкрафт. Но я, правда, не первый раз зашел в Майнкрафт, но просто то чувство, когда ты первый раз зашел в Майнкрафт и начинаешь строить домик из всех блоков, которые тут только существуют. Так вот. Ой, я что-то все мне сейчас. Как оно у нас стоит? Знаю, ребята, что надо сделать. Сейчас узнаете. Давайте мы тут заберем. Возьмем в руки. И давайте сейчас мы, ребятки, зайдем вот сюда. Вот сюда. И так, открываемся. Тут. Ой, ребята, вообще ничего не вижу. Дальше пробуем так на глаз добыть камень. Я просто сделаю. Блин, гранит. Земля. Все. Теперь осталось нащупать верстак. Где? Ладно, ребят, давайте сделаем еще один верстак. Не будем затруднять все. Эй, верстак.
Все. Пошли верстак. Давайте мы сделаем печку с вами. Тоже поставим где-нибудь. Тоже так, на глаз. Ой, верстак. Ой, еще не верстак нашли. Эй, еще один верстак. Ничего не понимаю. Ну, хорошо. Наконец-то, ребят, еще вот светло. О, где я? Странно. Я думаю, ребят, почему он никуда ничего не ставится? А вообще куда-то укопались как-то. Давайте, ребят, еще так. Делаем. Крафтим один. Нет, нет. Хотел сказать сундук. Один факел поставим. Кирку сломаем печку. Вот такой вот у нас маленький домик на первую ночь. Все, давайте пленку закроем, пожалуйста. Да не факел, не факел. Землей. Все. Давай тогда я буду купить. Это было какое-то красивое. Второй буду ставить. Зачем? Все. Давайте мы тут что-нибудь с вами сейчас поделаем. Чем можно сейчас заняться? У нас там что? Что там? Мобы ходят? Никого не вижу. Эй, может быть, тут есть этот скелет, что ли? Чтоб я его убил. И смог приручить свою собачку. Скелет, какие вы где? Ах, ты свою собаку не подключишь. Вот теперь сидеть. Переждать ночь. Ну да, ребятки, я вернусь, когда уже наступит утро. Так, ну всем привет. День уже настал, я выходил проверял на улицу. Сейчас сходим. Давайте смотреть, где наши мобы. Да нет, я что-то как-то неразумно поступаю. Надо, наверное, сделать вот так вот лучше. Если мы не вернемся. Там. Все лишнее мы скажем. Но я постараюсь запомнить дорогу. Буду идти только прямо от своего дома. Наверное. Можно было, в принципе, постройкой дома заниматься. Но пока что я хочу приручить своего волка. Вон, скелет. Скелет. Конечно, наконец-то, наконец-то. Дай косточку. Ай. Косточку дай. Да, две косточки. Ну, этого, наверное, не хватит, ребята, как я думаю. Мы сейчас сходим и это и проверим. Тихо, вы слышали, ребята? Скелет. Ой, не скелет. Паук. Так. Пришли к своему месту. Место назначения. Надеюсь, сейчас я не ударю песика. Это будет ошибка времен. Идем. Ага, вот он. И да, почти что. Песик, пожалуйста, приручись двух косточек, тем более. Пожалуйста. Самое главное, чтобы тебе дать. Раз, два. Вот ты жадный, иди. Самое главное, сейчас не дать. Он вышел. Песик вышел.
такой умный. Я отключу просто. А кому я две косточки скормил? А? Ты. Нищеобразная. Собачка. Я, блин, две косточки скормил, она убивает. Видели, ребят? Две косточки. Все, ребят, давайте будем заниматься постройкой дома. Это я не буду не ускорять ничего, будете смотреть все подробненько. Но думаю, как я выравниваю землю, вам это, наверное, не интересно, да? Ну давайте, когда я выровняю землю для своего, для постройки своего дома, вернемся с вами. Так, вот я вернулся, и вот что я сделал. Тут немного очистил я. И уже, ребятки, опять настала ночь. Думаю, эту ночь я смогу переждать, я даже буду дом строить. Мне надо, для того, чтобы строить дом, надо сделать вот так вот. Сейчас вы увидите, как. Вот так. И вот так. Это было не столь важно, но все равно вам, конечно же, это не интересно. Но... ладно. Так, лаги, все, лаги прошли. Извиняюсь вам за лаги. Это проблема, наверное, из-за того, что я перезапустил Майнкрафт нечаянно. Да, наверное. Давайте заниматься постройкой дома. Не буду строить красиво. Ну, постараюсь сделать красиво, но... первый дом, я думаю, зачем такие старания? Это ж первый дом. Я думаю, тут не нужны особых стараний. Не нужно. Ну вот, опять дерево закончилось. Сейчас крафтим доски. Потом идем делаем дом. Потом опять, я думаю, крафтим доски. Все это остальное сделали. Давайте продолжать. Потом сломаю блок. Сейчас мне блок не для тебя. Буду строить под этот. Ну, вот он последний блок. Почему-то не могу блок... а, все. А там у меня что-то, какие-то проблемы. Ну, не было потом сломать. Ну, короче, сломать его не могу, как вы поняли. И зачем я, ребят, скрафтил только двери? Если я еще даже дома не построил, ребят, а построил двери. Точнее, даже не построил, а не скрафтил. Думаю, если какие-нибудь зомби будут, они меня, думаю, не достанут. И да, ребятки, извините, вы, наверное, видели уже много раз про лагерь. Вот, опять. Прям тут лава. Прям... здравствуй, мистер. Я тебя не ебал. Ставьте лукасы, ребята, и подписку, если вы хотите, чтобы я сделал ферму вот таких вот мистер чебуреков. Я не знаю, как по-другому сказать. Ну да, мистер чебуреков. Так. Ой, зачем я землю закрыл? Все равно там будет пол. Не, пол, я думаю, уже будет во второй части, когда я буду достраивать дом. Проспойлерил я немножко вам. Ну ладно. Ну да, как я и говорил, на этой части я только сделаю начало дома, ну там и крышу, стенки и все остальное. И вот, да, наверное, все, наверное, будет 15 минут, пока сделаю. Ну и когда сделаю крышу, я вернусь к вам. И вот, ребятки, я возвращаюсь. Уже наступает утро. Как вы помните, бонус. И вот, вот так вот это я сделал. В следующей серии я сделаю потолок повыше, я так думаю. Да буду дерево еще немного. Вот я тут сделал двери, вот такие. И вот, на этом, ребята, у меня все. Ставьте лайки, подписку. С вами был Олег, всем пока.